мы думали, раз мы смогли пережить ураган, то сможем пережить что угодно. Мы ошибались. Было найдено 45 трупов. Вам это о чем-то говорит? На меня сильно давят, требуя разобраться в случившемся. Через 5 дней в самых безбожных условиях. Мы вывезем отсюда всех пациентов. Мы медсестры. Это наша работа. Надеюсь, нас тут не оставят. В такой ситуации нужно реально смотреть на вещи. Сейчас все, что мы можем, это сделать так, чтобы им было удобно. Что вы хотите сказать? Меня попросили расследовать смерть людей в медицинском центре. Анна, прокуратура хочет сосредоточить расследование на тебе. Они считают, что кого-то из пациентов могли убить. Я слежу, чтобы пациенты не страдали от боли. Кто-то боялся людей за пределами больницы. Но для меня все было наоборот. Выбирая между тем, чтобы дать пациенту успокоительное, тем самым, возможно, приблизив его смерть, и тем, чтобы бросить его на произвол судьбы. Что бы вы предпочли? Дайте мне с ним попрощаться! Чувак, умоляю! Назад! Я просто пыталась им помочь, ничего более.